Приехали на Коктебе, и здесь такая очередь, замечательно. А вот легендарная гостиница Казахстан, это дворец республики, здесь проходят такие концерты, всякие звезды выступают, приезжают с туром, со всеми делами. Вот это проспект Абая, вон там его памятник Абаю Кунанбаю. Мы сейчас направляемся сюда. Мы... Алан. Теперь мы крайне. Алан. Куда ты приехал? Аланай. Алан, посмотри на меня. Короче, нам не знаю, сколько придется стоять. Ну, будем стоять. Что теперь делать? Мама. Алан уже этот, у друга взял самокат покататься, да? Алан себе друзей нашел. Пока мы стоим в очереди. Папа, короче, остался у нас. Алан не может стоять, конечно, уже ребенок. И мы решили здесь прогуляться, забегать. Это памятник Абая. Сегодня выходной, и очередь, соответственно, очень большая. Мы прошли. Будем заходить, сейчас оплатим и зайдем. Будем подниматься на канатную дорогу. Ваша карта. Вот же штрих-код. Прошли, а Алан побежали. Восточная объездная дорога, если кто помнит, тоже вид шикарный, смотрите. Смотри,
перевертыш. Из фотостудии. Проходят концерты, звезды, а вот легендарное яблоко. Нужно кинуть монету, и у вас исполнится желание. Исаи, надо кинуть монету. Угадываем желание. Здесь трон Чингисхана. Юрта. И беркут. Поскольку вы женатый человек, вам пойдет статус. Сувениры мы купили, сувенирчик. На память Дом Бару. Исан, покажи Дом Бару нашу. Сувенир. 500 тенге, 100 рублей. Пойдем, пойдем. Пойдем вон там. Смотровая площадка. Коза. Две козы. Здесь тоже какой-то птичий. Птичий двор. Ну как дела ваши? Замечательно. Все нормально. Если хотите покормить, то 200 тенге корм стоит.
Корми, корми, давай. Подходи, иди туда. Алла, давай. Держи. Видишь, как она ест? Только нет фазанов. Лимонный фазан. Какой красавец. Я не успела заснять, как они катались. Как кто-то другой катал. Снимала, вернее. Классно покатались. Классно было? Телефона не было, уже нет. Пойдем туда. Он рассказывает сейчас. В каком году пойду? Не помню. В каком году? Первый раз в мире. Конечно, в 2005-м, что ли? Первый раз. В 2005-м. Когда мы были в 2006 все-таки году, не 2005, ну, не так было. Сейчас много всего развлечений. Отлично, да? Ну все, мы будем выдвигаться домой. Мата. Город чудес. Вон там они катаются, спускаются вот на этой штуке. Видите, такая крутая дорога. Вот и у нас почти закат. Мы засняли все-таки его. Чтобы тоже уехать, нужно отстоять очередь. Вон наш там папа, за ним. Мы сейчас будем выдвигаться домой. Все, поехали. Вот здесь стой. Красота! Так красиво! Смотрите, какой вид! Значит,
красная мата. Сами мы вообще с тобой красавчики. И по времени. Все. Успеваем, да? Ох, какая музыка еще играет. Алан, тебе нравится? Подписываемся на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. И, конечно же, лайк. И мы ждем ваши комментарии. Всем спасибо.